Бакалавры, магистры, профессоры, вы на месте? Готовы пройти все испытания квиза? Всем привет от Лизы! Этот квиз с нами проходит в разных городах и поселках Югры. Нас становится все больше. 4-й класс. Школа поселка Сосновка. Наша команда. Надо идти! 5-й класс. Чускинская школа. Наша команда. Активисты! 3-й Б. Город Нягань. Школа номер 9. Наша команда. Дружба! 5-й класс. Ляминская школа. Мы команда. Динамит! И команда «Родничок», деревня Шапша. Меня ребята выбрали капитаном. Я думаю, что у нас все получится. Это немного ответственно. И я думаю, что наша команда победит. Наш девиз. «Родничок всегда плывет, никогда не отстает». Правила квиза. 5 раундов. Родители и учителя могут присутствовать на съемках. Можно пользоваться посторонней помощью и делиться друг с другом хорошим настроением. На ответ – минута. Готовы? Тема программы – югорские реки. Держись! Начинаем телеквиз! Всем привет! Меня зовут Настя. Правда ли то, что югорские реки любят питаться снегом? Ты молодец. Считаю, что снег, он тает и превращается в воду. Потом эта вода стекает в ручей, и тогда ручей так кормится и становится больше воды. Вы крутые, так держать. Сначала снег тает, получается, уже дома тает. Вода тает. Я капитан, и я думаю, что будет отвечать Маша. Мне кажется, что это правда, потому что снег оттаивает и превращается в воду. И вода стекает. Ваш ответ принят. Результаты узнаем в конце викторины. Продолжаем квиз. Перечисли любые 4 рыбы, которые... водятся в наших югорских реках. Я буду говорить, я рыбак. Я могу 4. Можно любую. Ясь, карась, окунь и нельма, стерлядка, осетр, налив. 4 только стоит назвать. Изи, это так просто. Карпа у нас тут не поймаешь. Ты карпа поймаешь? Ну, у нас или нет? Ну, карпа можно поймать. Нет, карпа тут нельзя поймать. Карповых. Карповых. Когда я поймал щуку, пусть на 6 килограмм. Все. Ясь, налим, карась и щука. Все, ты же один рыбалку. Говоришь, какие ты там поймал. Ой, ты говоришь, щука. Мы ничего не понимаем. Я на рыбалке много рыбы. Я ловила ясь, налим, карася. Окунь тоже я, и ерша тоже. У нас Дима рыбак, поэтому слово ему. Я хожу на рыбалку с 7 лет. И там можно поймать много рыб, но я скажу рыб те, которые я ловил. Это щука, карась, окунь и ясь. Принято. Играем дальше. Какие реки формируют речную сеть Югры? А что это у нас сеть? Это значит, типа, когда соединяется. Это получается. Типа Обертыш. Нет, Обертыш – это главный приток. Ну, главный приток. Вообще, Обертыш – это вообще главный в Китае.
берет. Пусть спадает кожа. Как вы думаете? Не знаю. Либо вот Тоби, Омская губа. Омская губа. Иногда время так тянется долго, а у нас визит скользит, течет, бежит. Реки соединяются, превращаются в одну большую реку. Это я сказала. Реки соединяются, превращаются в большую реку. И это все идет в глубину. Да, правильно. Я капитан, и я решаю, что будет отвечать Архип. Речную сеть формируют две реки, Обь и Иртыш. Потом они соединяются в одну большую реку, они впадают в Обскую губу и выходят в Карское море. Ответ принят. Сколько много команд с нами сегодня играют. Передаю всем привет. Играйте, познавайте, узнавайте, друг друга выручайте. Выбери верный ответ. Сколько на территории Югры протекает больших и малых рек? Около 30, около 300, около 3000, около 30 000. 30 000. Говорите громче, мне же интересно вас слушать. Мы знаем речь, да? Я капитан, и я думаю, то, что будет отвечать Настя, потому что она получила за эту тему 5. Я считаю, что около 30 000 рек в Югре, потому что мы изучали на уроках всякие реки, я запомнила. Бодрее, ребята! Последний вопрос квиза. Всем привет, меня зовут Александр Серебренников, и вот мой вопрос. Какая река принимает крупные притоки Вах, Пим, Лямин, Ляпин? Оп или Иртыш? Выбери правильный ответ. Иртыш больше нам говорит. Иртыш собирает все маленькие речки, потом Иртыш попадает в Обь. Ну, Обь самая главная река. И река попадает в Обскую губу, а Обскую губа в Карское море. Эта девочка может быть убедительной. Кто за Обь? Все за Иртыш. Стоп-квиз. А большинство решило, что это притоки Иртыша. Вопросы закончились. На вопросы нашего квиза отвечают школьники из разных городов и поселков Югры. И они пока еще тоже не знают, светят им сегодня 5 или нет. Те, кто играют с нами сейчас ВКонтакте, пришло время проверить свои знания о Югре. Правда ли то, что югорские реки любят питаться снегом? Мне кажется, что это правда, потому что снег оттаивает и превращается в воду. И вода стекает. Правда. Ура! Ответ на 5. Перечисли любые 4 рыбы, которые
водятся в наших югорских реках. Я хожу на рыбалку с 7 лет, и там можно поймать много рыб, но я скажу рыб те, которые я ловил. Это щука, карась, окунь и ясь. Вы верно перечислили всех рыб. Опять на 5. Какие реки формируют речную сеть Югры? Речную сеть формируют две реки – Обь и Иртыш. Правильный ответ. Речную сеть Югры формируют реки Обь и Иртыш. Вы крутые, так держать. Выбери верный ответ. Сколько на территории Югры протекает больших и малых рек? Около 30, около 300, около 3000, около 30 тысяч. Я считаю, что около 30 тысяч рек в Югре. Правильный ответ – около 30 тысяч рек. Пятерка. Какая река принимает крупные притоки Вах, Пим, Лямин, Ляпин? Обь или Иртыш? Выбери правильный ответ. А большинство решило, что это притоки Иртыша. Правильный ответ – Обь. Я так и знала. Ну, не всем быть профессорами. Кстати, это шанс запомнить ударение не профессорами, а профессорами. Молодцы, вы справились, правильно ответили на 4 вопроса из 5. Я ставлю 4 с плюсом. Ваш уровень – магистр. Было очень здорово. Я хочу на еще один конкурс записаться. Были эмоции, страха, радость. Мы самая лучшая команда на свете. Сколько много команд с нами сегодня играют. Передаю всем привет. Играйте, познавайте, узнавайте. Друг друга выручайте. Подпишись на наш квиз. Свою команду заявляй, вопросы присылай. Участвуй, побеждай, пятерки получай. Хочешь задать вопросы участникам? Сними себя на телефон и опубликуй в социальных сетях и поставь наши хэштеги «Хочу в Югорику», «Югорский квиз», «Югра квиз». Лучшие вопросы пойдут в телеквиз.